Мы занимаемся выращиванием овощей с использованием биогумуса, который значительно экономит наши средства. Сэкономленные средства мы направляем на маркетинг своей продукции. Биогумус – это продукт, созданный природой дешевле на 30% навоза, и он намного эффективнее. Этот биогумус используется в каждую лунку как при посадке в количестве 200 грамм. Биогумус не растворяется водой. За счет этого растение забирает себе то, что ему нужно, не сразу, а постепенно. Удерживает влагу и за счет этого сокращает расходы на полив. Преимущество еще заключается в том, что он повышает иммунитет у растения, и у него вырабатывается антистресс к погодным условиям, к вредителям. Гумус ускоряет развитие клеток растений, ускоряет регенерацию клеток растений, поврежденных пестицидами. С биогумусом приятно работать. Он пахнет такой лесной хвоей, как будто заходишь в лес. Когда рассыпаешь его, теплица пропитывается лесным запахом. Мы покупаем биогумус по программе скидок e-voucher от украинского проекта бизнес-развития плодовощевости. Мы выращиваем овощи, томаты, огурцы, перцы. Еще у нас есть нишевая культура, такая как паприка. В готовом виде мы ее продвигаем в социальных сетях, на ярмарках, выставках.